Привет всем, с вами Грендер, и по многочисленным просьбам я запишу гайд, как же установить DayZ мод, то есть Arma 2 и Arma 2 Operation Roughhead. Во-первых, вы скачиваете торренты Arma 2 и Arma 2 Operation Roughhead, ссылку в описании я вам дам. Как вы его скачали, то есть он будет, например, в вашем торрент-папке. И вот у вас появилось два образа. Надо использовать MDF-образы. Следующее, что вам нужно, это скачать программу Ultra ISO. Это программа, чтобы редактировать образы, которые у вас есть. Что тут нужно делать? Нажимаете файл, открыть. Так, и, например, заходите в свою папку торрента, нажимаете Arma 2 или Arma 2, или Arma.2, то есть Arma 2 Operation Roughhead, и нажимаете на MDF-файл. Вот у вас показаны вот эти файлы, которые есть в этом образе. Вы их всех выделяете, нажимаете правой кнопкой, извлечь в, и извлекаете в папку, которую вам нужно. У меня уже все извлечено, поэтому пойдем дальше. Следующее, что вам нужно сделать, это установить сначала Arma 2 поочередно, а потом Arma 2 Operation Roughhead. Куда устанавливать? После патча нужно устанавливать именно в папку Steam. То есть вы переходите в папку Steam, Steam Apps, Common, и вот такая вот папка тут должна быть, Arma 2 Operation Roughhead. Сюда устанавливаем и Arma 2, и Arma 2 Operation Roughhead. Именно пиратскую Arma 2, Operation Roughhead. Не нужно устанавливать пока Steam'а, со Steam'а. То есть вы нажимаете на Arma 2, нажимаете Авторан и начинаете устанавливать. Ключ к Arma 2 вам нужно вводить все нули. Абсолютно все нули, когда вас запросит. Ключ, который вам нужно вводить к Arma 2 Operation Roughhead, это тот ключ, который у вас активирован в Steam'е. То есть... Вам просто нужно подтвердить, что это тот ключ. Потом Steam уже изменит на свои данные в реестре все. Дальше что вам нужно сделать? Вы должны скачать бета-патчи Arma 2 и Arma 2 Operation Roughhead. Ссылку я вам тоже дам в описании. То есть это бета-патчи с версии 1.5 до 1.6 и с версии 1.6 до 1.6.2. После того, как вы их скачали, установите поочередно. Ну, вы сначала установили Arma 2, Arma 2 Operation Roughhead. Потом вы уже устанавливаете сначала патч 1.6.0. Вы на него нажимаете, и идет установка его. То есть из архива, конечно, будет долго пока архивируется. Но все-таки это стоит того, вам же нужно установить его. Игру. Все, после того, как вы это установили, вы заходите в Steam, нажимаете на Arma 2 Operation Roughhead, нажимаете типа загрузить, и у вас в ту папку, в которой вы устанавливали и Arma 2, и Arma 2 Operation Roughhead, у вас устанавливается уже лицензия Arma 2 Operation Roughhead, которая заменяет, то есть, как сказать, патчит с 1.6.2 до 1.6.3. Ну и, в принципе, это все. А, еще что нужно. Нужно установить Arma 2 Operation Roughhead Beta, и после всего то, что вы проделали, вам нужно жать правой кнопкой, свойства, потом локальный файл и проверить целостность кэша. Это нужно сделать и как с Arma 2 Operation Roughhead Beta, также и с Arma 2 OA. Всем спасибо за просмотр. Кому помог, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Скоро будут новые гайды. Удачи!